своей историей, своей системой работы, что ей помогло достичь нового звания. Уверена, будет просто потрясающе, очень интересно. Также у нас будет сегодня на встрече Ольга Воробьева, менеджер по развитию продаж Wellness Innovage. Она расскажет нам об обновленных условиях конкурса на Wellness. И в ее блоке будет выступать директор Елена Кашовченко. Она расскажет, как она смогла достичь того, что в ее команде товарооборот категории wellness более чем половина, да, то есть составляет товарооборот категории wellness. Поэтому, друзья, просто впитывайте сегодня фишки и все интересные моменты. Также сегодня у нас выступит Инна Бадикова, и она расскажет, как же использовать абсолютно все программы, заработать все премии и получить все подарки от компании. Ну что, друзья, мы начинаем. И традиционно начинаем с поздравлений, поздравлений новых уровней, новых званий по итогам пятого каталога. Я просто прошу вас вот сейчас направить всю энергию в чат и всю энергию вот сюда, в наш бизнес-завтрак, в нашу такую, скажем, импровизированную сцену, и будем поздравлять наших коллег с их достижениями. Итак, друзья, я хочу сказать вам, что у нас был пятый каталог, несмотря на то, что, да, кто-то там говорил, что он немного, возможно, там тяжелый какой-то, но факты говорят о другом, и этот каталог был очень результативным. И посмотрите, сколько у нас новых уровней и новых званий. 218 новых менеджеров у нас появилось по итогам пятого каталога, 3 новых старших менеджера. Просто вот цифра 8 директоров, она просто, ну, фееричная, да, 8 директоров закрыли новые звания, 1 новый старший директор появился у нас в пятом каталоге. И кульминацией закрытия прошлого каталога, наверное, вы все помните по эмоциям в и бизнес-прокачке, и в региональных чатах, у нас появился новый исполнительный директор. Это просто, ну, такое событие феноменальное, да, и это еще раз подчеркивает то, что все возможно, несмотря ни на что, если у тебя есть цель. Ну что, друзья, готовим свои ладошки для поздравлений. И я с удовольствием хочу поздравить новых старших менеджеров. Друзья, это ваш первый шаг к новому званию директора. Это ваш шаг к квалификации на конференцию в Таиланде. Поздравляем Елену Середу, Юлию Бабич, поздравляем Дмитрия Скидан. Новые старшие менеджеры – это, ну, совершенно уже новый уровень, новый доход. Ну и, конечно же, совсем скоро вы закроете новое звание и уверенно квалифицируетесь на конференцию в Таиланде. Друзья, переходим к чествованию новых директоров. И я с удовольствием хочу поздравить наших директоров, которые закрыли новое звание по итогам пятого каталога. Итак, ребята, это уже абсолютно новый уровень для вас, да? Это единовременная выплата в $1000. Конечно же, вы квалифицировались на банкет директоров в этом году. Это участие во многих мероприятиях, это абсолютно новый уровень и новые возможности. Поздравляю Елену Ревту. Ребята, очень нужна ваша поддержка в чате для новых директоров. Поздравляем Инну Майоха. Поздравляем нового директора Ирину Писарчук. Молодец. Следующий, с удовольствием поздравляю Ларису Александрову. Просто вот очень урожайный пятый каталог у нас на директоров. Поздравляю Светлану Крутящую. Просто супер, какие у вас аплодисменты в виде восклицательных знаков, ладошек в чате. Чувствуется энергия. С удовольствием поздравляю нового директора Татьяну Дружинину, нового директора Ульяну Матях.
Ну и у нас также в прошлом каталоге закрылись новые директора. Это Марина и Денис Гацацуры. Поздравляем, ребята, так держать и очень ждем ваших новых достижений. И переходим к следующему чествованию. С удовольствием хочу поздравить нового старшего директора. Эта девушка, она очень целеустремленная, у нее такая четкая система работы, и она сегодня с нами поделится своими фишками, своей историей успеха, как она достигла вот такого высокого звания, и я с удовольствием поздравляю. Оксана, очень ждем вашего выступления. Ну и, конечно, хочется пожелать не останавливаться на достигнутом, обязательно взращивать как можно больше директоров в вашей команде, радоваться их успехам и закрывать новые уровни. Ребята, с нетерпением ждем, когда Оксана поделится с нами своими наработками, фишками и своей историей. Итак, друзья, сейчас перехожу к одному из самых таких важных чествований на нашем бизнес-завтраке. Конечно же, мы все видели, насколько это был, ну, такой вот огромный фейерверк, да? В прошлом каталоге у нас было невероятное событие. Лидер из города Чернигов по итогам пятого каталога закрыла новое звание исполнительного директора. Это Ирина Еременко. С удовольствием поздравляю Ирину. И очень хочется сказать, что вот Ирина тот лидер, который умеет доказывать, что абсолютно все возможно. Если у тебя есть цель, если у тебя есть сплоченная команда. Ира, мы очень гордимся тем, что наша исполнительная команда пополнилась новым участником. Желаем новых достижений, новых побед. Еще раз поздравляем с этим потрясающим достижением. Ну что, ребята, очень ждем новых уровней, новых званий в каталоге номер 6. Очень хочется, чтобы их было как минимум в 2, то есть в 3 раза больше, потому что сейчас у нас с вами огромное количество программ, огромное количество квалификаций, возможностей заработать дополнительные премии, квалифицироваться в Таиланд. Поэтому сейчас отличное время для работы, отличное время для того, чтобы пригласить новых людей, показать им нашу жизнь в Орифлейм, показать им, что вот здесь вот вы можете чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Конечно же, еще раз поздравляю всех директоров, вы все квалифицировались на банкет директоров. И для тех, кто еще идет в квалификации, это последний каталог, когда вы можете закрыть новое звание и квалифицироваться на банкет. А также, ребята, хочу напомнить о том, что те, кто сейчас работают над квалификацией по группам, над переквалификацией, да, тогда у нас в этом году, хочу вам еще раз напомнить, очень легкие условия. Необходимо прирастить всего лишь одну группу, поэтому у вас есть все шансы для того, чтобы это сделать именно в этом каталоге. Поэтому настраивайтесь, и мы очень будем ждать вас на банкете директоров. Ну что, друзья, сейчас хочу еще вам напомнить, кто, наверное, вот многие уже заходили в наши чаты, видели сообщения. Я просто утром проснулась и увидела, что наша компания не перестает нас радовать каждый день. Это просто потрясающие новости были у нас сегодня утром. Что у нас появилась еще одна новая акция, с которой вы можете выполнить и заработать очень классный набор. Я думаю, многие из вас участвовали в акции рекрутинговой, где у нас в подарках были наборы Rondel. Все могли оценить эту посуду. Во-первых, здесь 25 лет гарантии. Во-вторых, потрясающий дизайн. В-третьих, эта посуда, ну, она очень качественно, да, очень красиво смотрится. Ну, каждая хозяйка, я уверена, захочет иметь такую на кухне. Поэтому, друзья, все, кто был на уровне старший менеджер и выше по итогам прошлого каталога, у вас есть возможность 30 апреля по 9 мая разбудить спящих
Просто вот промотивировать их, да, помочь собрать заказ на 30 баллов. И у кого будет 30 и более консультантов в персональной группе, получите вот такой вот красивый ковш и такую красивую сковородочку. Поэтому, друзья, не теряем время, праздники праздниками, но задача обязательно выполнить все условия и получить все подарки. Вижу ваши эмоции в чате, вижу, что вы очень довольны, акция вам очень нравится, поэтому просто вот заканчивается бизнес-завтрак и прямо сегодня, вот прямо сейчас начинаем звонить, начинаем будить ваших давно уснувших консультантов, возвращать их к нам в Oriflame. Ну и, конечно, еще компания порадовала нас акцией, дополнительной акцией, да, которая буквально тоже вот взорвала эмоции этим утром. Вы также познакомились с ней, и необходимо сделать заказ 30 баллов, и есть возможность у каждого консультанта выбрать себе 3 продукта на выбор, и ну, вот с такими потрясающими скидками. Поэтому, друзья, у нас есть чем звонить дополнительно еще вот в майские праздники. Сразу же себе пропишите скрипт, положите список перед собой, да, там... Будьте на позитиве и начинайте прозванивать вашу команду и рассказывать о таких потрясающих возможностях. Ну что, мы переходим к нашим спикерам, и я сейчас с удовольствием приглашаю, секундочку, простите, нашего первого спикера.